тишина, у нас сейчас тут это, оператор будет, домашний режиссер. Окей. Погнали. Да? Предкол говорить нельзя. А, ну хорошо. Подождите, то я как Стас телепортируюсь. Немножко. Да, я давай. Я думаю, да. Давайте кучу, где? Ты это все вазик посохом критует по 400. Вазик молодец, я только молотом не критую своим. Я отойду. Вазик, блин, шарики любит, это вообще капец. Обожаю. А, шарики это делают. Можно, я их чисто случайно, если честно, собираю. Привычка, да? Да нет, просто попадаются под это. А? Блестящая фигня. А вот теперь собрал специально. Ампоцит, когда-то для меня это была мана небесная, супер редкая хрень. Вчера помню. Что-то я налёп это получаю. Это нормал, верно? Я 84 ну, да. Получаю за вас. Джин там, джин по 300 ловить должен минимум. Ну да, джин сейчас отхавается нормально. Ну он уже 18. Шукарик, она ему за моба штукарик даст, наверное. Джин, самое главное, вот тут по грядкам не лазь. Грядки. Нахрен... Да, уже привычка. Я прошел, вообще ничего не получил. Я тоже, Джин. Джин и грядки при этом? Джин. А чё отходить-то? Ничего же нету. А, нет, вон это жопа. Ай-яй, что-то я немного медленный. Вот в сундуках реально что-нибудь реально полезное найти, кроме ресурсов? Или это чисто так? Ну а что ты там ожидаешь найти? Оружие? Ну, нет. Заточку, заточку. Нет. Дерьмо. А хотя нет, заточка есть шанс, что она там упадет, вроде бы. Класс. Но тебе надо посмотреть, откуда падает заточка. Ну сколько всего написано, половина на японском. Насколько помню, там были написаны только имена мобов. Народ, игру русифицируется. Да-да-да. Ты херил, шо ли? Каст сбил. Негодяй. Да ничего, ща мы ему отомстим конкретно. Жалко мобов грядка не бьет, а то он по ней свободно бегает. По нему ж диспелы вроде пробиваются, да, когда он бежит, или это у меня кто-то хнул?
Диспелы по нему пробиваются, когда он запрыгивает и выпрыгивает. Да что бью по нему, у меня диспел. Странно. Вот этот босс самый ненавистный для меня, когда я сюда ходил. Я еще хотел шапку из него собрать. Забываем, бегаем, собираем кристаллики, кому надо. Окей. Посып, что ли? Красные кристаллики. Кстати, народ, что хотел спросить, а у вас фаталы бывают? Критические вылеты? Нет. Вот это меня веселит его. У меня вообще, блядь, я днем улетаю, наверное, каждые минут 10 вообще играть не могу, только ведь. Попробуй запускать клиент от имени администратора. Запускаю. Толку ноль. Может, что-нибудь зимку поддержит, совместимость полазит. Ну сейчас-то я как-то играю, так правильно? Можно накрутить еще больше. Совместимость? Можно даже сделать так, что клиент вообще перестанет запускаться. Дал совет. И что будет? Окей. Так, а ты где вообще? Спят. Снимаешь? Сейчас, погоди, еще ручку помашу. Что-то я тебя вообще не вижу, где ты? Он специально залез куда-нибудь сюда. А, вот он, стрелка. Бошка, что-то он забыл. Надо было, знаешь, что? Чтобы у каждого гитара была, и после босса потом все ICDC забацали. Это реально? А кстати, народ, а в шмот как камни вставлять, вот эти вот, как выбивать? Видел, в городе порошок продают? Вот он, допустим... Такой. Да не обязательно. Ну это у этого, МПС. Да. Там вот. Три типа порошков, ну... Да, вот порошок делится такими частями. До 10 уровня, до 20 и, короче, до 30. То есть 20 вещи ты должен точить 30 порошком. В смысле точить 30 порошком? Ну, короче, для вставки камня... Так, дайте по одному. А то я не слышу всех, и получается, что я никого не слышу. Смотри. Для вставки покупаешь, короче, один камень — это один порошок. Вот, к примеру, тебе 20 шмотки, да, надо вставлять камень, покупаешь 30 порошок, нажимаешь на камень правой кнопочкой, вот, и шмотка у тебя, ну, допустим, должна перетаскиваешь быть перетаскиваешь на шмоточку, а, не вот обязательно в инвентаре, никак точить, да? Нет, никак. Ну это как проще, допустим, либо так, кому как удобно. Ну, я, к примеру, сразу на себя их вставляю. Ну, это не принципиально. То есть, открываю инвентарь, открываю чара и перетаскиваю камушки туда. Так, еще вопрос. На плюс 4 заточить? Я не понимаю, я крафчу точку, и после этого все, я не могу заточить, я уже столько точек переламываю. А там определенный шанс, она не стопроцентная. А, то есть это в смысле это нормально, никаких там лишних примочек, ничего не надо, да? Надо. Вообще, по идее, чтобы вам можно. Надо, чтобы повышать шанс успешной точки. Я не знаю, где это взять. Да вообще, если честно, никто не знает. Вы же обратили внимание, там точки одинаковые. Вот. Просто два вида есть. Вот, допустим. Одни передаются, другие нет. Одни получаются за квесты, другие с мобов. А вот. Вот верхний я когда, допустим, пробовал заточить плюс 4, вот у меня никогда не получалось. Сделал нижнюю, вот сразу получилось. Ну, у нижних, может, шанс больше. Может все-таки быть. За квесты, а не реже. Джин с нами здесь, или где он? Джин, да, где-то здесь. Кто-то, короче, кто-то сзади там. Ему,
ему ампоциты-то нужны, этих камней, или мне их выкидывать, продавать, или все ему славляют? На аукцион поставь за хорошую цену, купят. Да? Ты уже барыжишь там, вот. Кто там? За хорошую цену... В основном можно на 10 полы. СП. Ну что, пошли звездить этого босса? А я еще не выхилен. Так, я не посмотрел на хп. На, твое любимое. Спасибо. Тимон, брысь от моего шарика. Ну он такой блестящий. Орёт, пиздец, орёт это растение. Если он меня заставит войти в режим берсерка, я ему этот хвост голыми руками оторву. Я не понял, хил уже сзади бьет, а вы там еще. Да, игрушка подлагает. Я по 770. Я по 500. Я по 500 обычным фаерболом. Не, ну ты же супер ДД маг. У меня других обычных кастов нету. О, отбили что-то. Для остальных мне надо подобраться поближе. А курица на третий раз что какого левела уже крафтит? У него что, на спине что-то сломалось что ли, или мне кажется? Нет, у него рожа крафтит. Сломалась. Народ, курица какого крафтится... левела курица с третьего рапой? Курица крафтится, как только... Походу нам даже хвостом не надо отрывать. Какую линейку? Насад. Хвост даже дальше не надо отрывать, ты видишь, он не хилится. Оторвался хвост. Это я насад, значит, линейку не прошел еще. Да. Блин, как все запутано. Вообще по логике, по идее, ему еще, наверное, руки сломать можно. Шипастые такие, прям так и зовут, так и говорят. Сама или не сама. Там мне выпала одна точка. Маленькая радость. Вазик там зажигает на гитаре. О, лепесток. Джин, подожди, я тебе вот эти фишки скину, они нам все равно уже не нужны. Подойди сюда. Джин, меня тоже подожди, я тебе... Я с Джином поговорить не могу. То же самое. Давайте ливаем. Наверное, Джин какой-то особенный, суперкрутой чувак, с ним нельзя говорить. С ним простые смертные говорить не могут. А я лут не собрал. А я успел. Ну, молодец, господи. Да, ой, блин, там кто? Полезно не было. Сейчас еще акулам. Ай, шо ж ты? Карца, ты мерзавку найди, Да, мерзавку. Ой, ник вообще мерзавец. Сколько, говоришь, ампоцит ставить на аукцион? Ставь как голд. 25 СП стоит. Ой, 25 СП, 10 СП. Вот так. В этом промежутке. От 10 до 25. И ставь по одной штучке. То есть, чтобы могли покупать по одной. А мне ампоцит нужен для другого. Это джин с пеппером? Один джевел с Диаго стоит около пяти золотых. Один джевел с Диаго около 6-5 золотых стоит. Че, дуэль там? Чули, мне с кем-то ПВП забиться. Я со своими лагами в ПВП полный. О, давай тогда я с тобой. Хитрец. Конечно. Ну а с кем мне еще? Из наших остались ты и ананас, да. Ну вот, давай, ананас хороший противник. Наверное. Ананас лидер, я не могу. А, то есть лидера бить нельзя, да?
Конечно, лидер это святое. Как там, у него черные или желтые штаны, его бить нельзя? Лидер это святой, лидера нельзя трогать. Я подсознательно поддаваться буду, я не могу так. Боль в животе. Ну, Пеппер и так выигрывает. Пеппер хиллер. Может, он ему диарею забацает? Да не, я думаю, там это, головную боль, расстройство желудка конкретный такой, поносит сейчас. Ну, джин молодец. 10 джинов. Не, ну 10 джинов Пеппера убьют. Хотел бы посмотреть. Так это еще и промоутед фаербол. Да, не. А Пэй, он ну, сам помер. Было бы желание, было бы желание, и 10 джинов нагнуть одного Пеппера. Пеппер, давай теперь я, моя очередь. Я покажу мастер-класс боевого мага. Окей? Что там с хардсадом-то? Идем, нет? Хардсад. Да ну. Да-да-да. Пеппер. Мне хочется. Принимай. Левел поднять.